А вы визажом? Визажем. Вы визажем занимаетесь? Ну, в смысле, себя я крашу, других людей нет. Вы же даете советы? Ну, если мама попросит, я могу там... Ну, вы же даете советы, как лучше краситься? Или там по уходу за лицом, я знаю, что у вас были заметки. Ну, даю советы, но я даже не даю советы, я рассказываю свой личный опыт. Да, как мне было, то есть это даже не совет, это просто мое личное мнение. В какой момент эта программа превратилась в курятник, скажите мне? Когда что, когда на этом диване... Вот, я слышу это последних 5 минут. В какой момент вы стали заниматься визажем?